Пришло время узнать, что же нам прислал Стэк. А это очередная коробочка Эко Город Бокс. Открываем. Он нам в этот раз положили. Так. Каолина, белая каолиновая глина, молочно-пищевая добавка, высшей степени очистки. Угу. Дико большая коробочка. И к ней приклеилась... Что же к ней приклеилась? А, брошюрка. Скриньте, кому интересно. Так. Развести глину в стакане воды. Настоять 30 минут для большего эффекта. Настоять глину в воду на не менее 1,5 часа. И выпить, оставляя осадок на дне. Ну, в общем, господа, я пробовала глину на лице. И вроде все. Ну, кроме игрушек. Так что, кто пробовал его в еде, welcome в обсуждалке. Зубная паста. Гель для чего? Идеальных пяточек. Круто, тень. Чуть побитый, но ничего страшного. Знаю, что это очень плохо. Так, дальше у нас что? Органический тыквенный сок. Не помню, чтобы он был в списке. Ну, а сейчас тыкву я люблю. Так, это что-то за милота. А это пенка для ванны перед сном с лавандой для детей. Я большой ребенок. Мне это нужно. Особенно, когда я плохо сплю. Так, садовая мята, боди-крем. Угу, маленький, класс. Быстро израсходуем. Смесь без глютена, кокосовое печенье. Круто. Как раз-таки недавно думала вообще об овсяном печенье, но кокосовое тоже пойдет. Изучим. О, росинка. Таблетка для посудомоечной машины. У нас она есть. Скоро отзыв будет готов когда-нибудь. Ха-ха, осталось только фото. Так что вот теперь еще и таблеточки. Так, конопляный чай. Чума. Он мне жизненно необходим. Счастье мне необходимо. Так, крем-баттер для рук и ног, волшебные воски, воск оливы, экстракт хвои и мочевина. Круто. Баночка увесистая, большая. При том, что для ног я очень редко использую, к сожалению. Так, абсолютно увлажнение, тканевая маска. Дом природы. Дом природы, очень много интересных штучек. Так, что это? О, это Сонет. Он предложил нам тест-драйв. Ну, я думаю, хватит для теста пару раз протестировать. Опять рисунка? Нет, вряд ли. Ну ладно, отложим пока. Так, это помада. Вот такая вот малютка, бальзам для губ. Далее потопали. Тум-тум-тум-тум. Косметическое мыло, антибактериальное. Бактериальным эффектом пепел. Окей. Что у нас дальше? Так. Собью. Окей. Мицеллярка. Мне нужен перевод. Двухфазная мицеллярная вода. Ну, этот готовый передарить, если честно. Единственное, я бы, конечно, уже открыла бы и попробовала. Если никто не против. Шампунь облепиховый. Да, вкуснотень. Буду пахнуть офигенно. О, мастерская для Симстафьевой. У меня уйма было от них. Косметики. Так. Было оно. Было. О, милота. Это он пахнет так вкусно. Мыло живичное с мятой глины. Натуральная ручная работа. Ребята. Божественный запах. Собственно, вот и все. Скоро будет отзыв.